Во время пандемии коронавируса все артисты испытывают трудности. Филипп Киркоров в данном случае не стал исключением. На днях российский певец Филипп Киркоров отметил свое 54-летие. Он не стал закатывать шумную вечеринку, а решил отметить свой праздник чуть позже. 2 мая он устроил шикарную вечеринку в одном из московских ресторанов, а артисту подарили 6-ярусный торт, выше его ростом. В одном из интервью артист признавался, что стал безработным. Он говорил, что лишился возможности трудиться из-за пандемии коронавируса. Как выяснилось, Филипп Киркоров не лгал. Его бизнес действительно оказался на грани краха. Согласно декларациям о доходах компании Киркорова, терпят немыслимые убытки. Так, один только Филипп Киркоров Продакшн лишился 97 миллионов рублей и ушел в минус. Если дела так пойдут и дальше, Киркоров просто обанкротится. Вторая компания артиста, Филипп Киркоров Корпорейшн, во время эпидемии коронавируса не заработал ни рубля. Из-за этого Киркоров терпит огромные потери. За прошлый год он потерял в общей сложности более 160 миллионов рублей, написала «Комсомольская правда». Однако поп-король ни разу публично не жаловался, напротив, он старается не падать духом и придумывать все новые и новые проекты, которые могли бы принести доход его семье.